Умный дом – это система, которая занимается управлением абсолютно всех приборов в вашем доме. Сейчас умный дом – это, наверное, скорее не что-то из грани фантастики, а, наверное, скорее всего, это стало необходимостью. 4 основных, наверное, фактора безопасности, для которых устанавливается система «Умный дом». Это протечка воды, пожарно-охранная сигнализация, это утечки газа и, собственно, само проникновение внутрь нашего жилища, то есть это защита от нападений и так далее. Когда у нас есть система «Умный дом», мы говорим о том, что мы можем очень хорошо экономить на энергоресурсах. У нас практически принудили поставить счетчики на воду. И, честно говоря, молодцы, правильно это и сделали. Потому что с помощью счетчиков мы можем контролировать, сколько мы воды потратили, сколько нам, например, понадобится воды, и прогнозировать наши, ну, хотя бы примерные траты на эти нужды. В связи с этим в «Умном доме» появились специальные журналы, специальные схемы и техники, с помощью которых можно экономить воду. Также можно экономить очень хорошо на электроэнергии. Могу привести пример. До установки вообще системы «Умный дом» на обычных лампочках, да, средний счет за электричество был порядка 5000 рублей. После установки всевозможных систем, которые сберегают свет, то есть по датчикам движения свет выключается или включается в какой-то определенной зоне, например, в проходной зоне, в зоне коридора, в зоне лестниц, в туалетных, ванных комнатах, где мы обычно и наши, так скажем, члены нашей семьи забывают выключать свет, да, там это все делается автоматически. На этом уже семья экономила порядка 2000 рублей. На сегодняшний день после установки светодиодных светильников средний чек у данной семьи порядка 1000 рублей. Системы «Умный дом» бывают разные. В основном они делятся на два типа. Это с централизованным управлением, где есть, так скажем, главный мозг системы, который координирует все процессы. И с распределенной логикой, где каждый элемент системы является по-своему умным, то есть это умный выключатель, умная лампочка. В системе с централизованным управлением есть главный компьютер, где выключатель – это, грубо говоря, клавиши на клавиатуре, а лампочка – это очередное устройство, которым можно управлять с этого компьютера. Каждая система имеет свои преимущества, свои недостатки. Система с распределенной логикой имеет очень большое преимущество на случай, если вдруг случилось так, что оборудование перестало работать, то у нас не будет работать только какая-то конкретная часть нашей системы. Соответственно, при этом система распределенной логики, она имеет меньше гибкость, чем система с централизованной логикой. Централизованная система имеет ряд преимуществ. Я могу рассказать на конкретном примере. Если мы рассмотрим систему, в которой есть управление климатом, охранно-пожарная сигнализация и управление освещением. Например, датчик движения, который работает для охраны, он также может контролировать, ну, есть ли кто-то в комнате или, допустим, нету. Если в течение 4 часов в комнате никого нет, то система может отключить свет, телевизор, какие-то электроприборы, которые к этому подключены. Также, допустим, если идет управление климатом, может снизить температуру в помещении, тем самым экономя наши энергоресурсы. Если у нас, допустим, срабатывает датчик дыма, то мы можем также анализировать еще такие факты, как то, что в помещении увеличилась температура за короткое время, там, допустим, за 10 минут больше, чем на 5 градусов. И мы уже можем с большей достоверностью сказать, что у нас есть какой-то источник пламени в этом помещении. Также будет срабатывание датчиков движения, поскольку они наблюдают за передвижением тепла, и тем самым мы можем уже достоверно сказать, что в комнате есть источник пожара. Тем самым совокупность всех этих систем, объединенная в один центральный мозг, она дает при тех же ресурсах гораздо большие возможности создания различных алгоритмов, сценариев, определения тех или иных аварийных ситуаций, что, собственно, я вам сейчас и продемонстрирую. В данном случае мы видим панель управления. Немного расскажу, это не является центральным мозгом. Центральный мозг находится в щитке управления. Там, где у нас стоят электрические автоматы, там же у нас стоят процессоры, контроллеры, модули, панель управления. Это, грубо говоря, визуализация всего того, что мы имеем. Ну, самое простое, с нее можно управлять тем же освещением. Мы видим, как при нажатии на кнопочку, да, у нас включаются нужные группы света, можем выключить какой-то свет, тем самым можем управлять. При всем при этом работают обычные выключатели, которые, так скажем, ну, возможно, привычнее для простого обывателя, домохозяйки или тех, кто пришел в гости и, возможно, стесняется управлять с панели управления. У нас система делится на несколько частей. Это, собственно, датчики, которые показывают нам движение, температуру, влажность, освещенность, протечку воды, обнаружение газа, дыма и все что угодно, все, что с этим связано. Панель управления, которая позволяет нам управлять нашим мозгом, соответственно, мозг. И какие-то исполнительные устройства, ну, например, лампочка, кран, который перекрывает, открывает, закрывает воду, клапан, который перекрывает подачу газа. Допустим, у нас перекрыли горячую воду, и из горячего крана у нас вода не течет. Домохозяйке достаточно подойти к панели и нажать одну кнопочку под названием «Бойлер горячей воды». После того, как мы нажали кнопочку, начинается алгоритм, который все сделает за вас. А именно, в данный момент перекроется подача горячей воды в квартиру из общего стояка, после чего плавно откроется подача в наш этот же кран через проточный нагреватель из стояка холодной воды. При этом будут использоваться те же приводы, которые перекрывают воду в случае протечки. Тем самым мы видим, как какие-то простые вещи, какие-то простые алгоритмы решения упрощают жизнь, например, домохозяйки, которой не надо искать нужные краники в сантехническом лючке, а достаточно просто подойти к панели управления, нажать одну кнопочку. Управление можно производить абсолютно с любых устройств, но на сегодняшний день все известные как бы в мире девайсы, значит, будь то iOS, Android, Windows, все системы позволяют управлять, то есть есть необходимое программное обеспечение для управления нашей системой. Умным домом пользуюсь лично я уже порядка 4 лет, и, честно скажу, я испытываю некий дискомфорт, когда прихожу в какие-то помещения, где нужно по старинке выключать все выключателями, следить за собой. В моем жилище абсолютно нет пультов управления, кроме одного единственного пульта – это переключение телевизором. Ну, потому что, в принципе, всеми приборами, которыми можно и нужно управлять с помощью пульта управления, я все это делаю с панели умного дома и уже не задумываюсь о том, какие провода мне включить, какие мне входы-выходы включить для того, чтобы у меня заработал DVD и так далее. То есть я нажимаю только одну кнопку, и с нажатием одной кнопки у меня работает абсолютно все, что я захочу. То же самое, например, как цифровая фоторамка. Когда мы ее покупаем, первые 10 дней мы ей пользуемся, мы загружаем туда какие-то файлы, нам это интересно, мы уезжаем куда-то в отпуск, мы забываем, как ее включить-выключить, и в будущем она просто стоит у нас без дела, черный экран, да, где-то там или висит. Вот. Умный дом этого не позволяет. Умный дом постоянно включает, если, допустим, мы с вами пришли домой, он включает эту фоторамку, ты на нее смотришь, там действительно твои любимые фотографии. Эта система дает возможность почувствовать максимальный комфорт для себя. В чем это выражается? Выражается это, собственно, в том, что вы с помощью своего мобильного телефона, планшетного компьютера, либо просто самого обычного компьютера с любой точки мира можете не просто контролировать, что с вашим домом происходит, но еще и им управлять.